Только что здесь закончился семинар для лидеров, и удивительный, потрясающий человек из Швеции, он делился замечательными словами. И я хочу выделить некоторые мысли, которые он поделился. И первое, что он сказал, что лидер – это тот человек, который следует. И если ты не следуешь, ты не можешь быть лидером. За тобой никто не будет следовать по-настоящему. Если ты следуешь, ты должен следовать за Иисусом Христом, подражая Ему. И тогда ты можешь сказать своим последователям: «Следуйте за мной, как я следую за Христом и подражаю Ему». Также он сказал о том, что жизнь лидера – это жизнь на коленях. Когда ты осознаешь и понимаешь, что сам по себе ты не можешь исполнить то, к чему Бог призвал тебя, тебе нужна помощь. Все начинается с любви. Иисус задал Петру вопрос: «Любишь ли ты меня?» И когда Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», он сказал ему: «Паси овец моих». Лидер призван быть примером для подражания тех, кто следует за ним. Также удивительный был пример о том, что наша жизнь – это как вдох и выдох. Вдох – это наша духовная жизнь, это наше личное взаимоотношение с Богом. Это то, что мы наполняем себя, то, чем мы наполняем себя – Словом Божьим, откровением, любовью, благостью, добротой Божьей. И выдох – это то, что мы отдаем другим. Это наша практическая жизнь, это наше служение, это наше действие, это то, что мы совершаем и отдаем. Ты не можешь жить только вдыхая, и ты не можешь жить только выдыхая. У тебя в жизни должен быть вдох и выдох. Поэтому дышите глубже и выдыхайте на всю.